Сегодня бабушка-сковородка, потому что будем съесть бабушка-десерт, который называется Иль Флотант. Плавающий остров. Почему? Потому что это дешевле и ничего не выбрасывает. И мы очень любим. Это классический французский десерт, который есть на все рестораны. Когда бизнес-ланч, желток. Наш текстур красива. Плавит. Всем привет! Сегодня с вами шеф Вивьен, настоящий гасконец. Впервые будем взять карамель, чуть-чуть сахар и капельки воды. То есть можно положить сахар. Это маленький объем, то есть можно почти все положить. Нужно закрывать дно и капельки воды. Когда растопил сахар, добавим еще сахар. И ждем, что будет карамель. Вот, начинай карамель. Оп, сразу, когда начинай карамель, вот убирай от плита и перемешивай, потому что карамель продолжает вот приготовиться. Нужно его бегить. Если вот оставить вот так, мы будем проблем. Можно чуть-чуть еще свет, но я не люблю. И второй, нужно придумать, что это будет еще несколько минут в духовке. Лучше сделать блондинка рыжий, чем брюнетка карамель. И положим, где будем сделать наш озеро. Если есть еще чуть-чуть, можно еще разогреть, то будет жидкость. Voilà. Еще добавим туда. Карамель готов. Сейчас нам нужно сделать крем англез, желток, сахар, ванилья и молоко. То есть здесь молоко, это ванилья уже от вечера ночь. Оп, то будет более концентрированный вкус и положить поменьше ванилья. И вот это разогрим. Вот это время берем желток и берем сахар, где семечки ванилья уже от вечера ночь. И оп. И сразу перемешиваем, то сахар не будет готовиться желток. И здесь ледяная баня, миска и миска с вода и лед. Будет уже холоднее, когда будем заканчивать наш крем англез. Когда молоко кипяток, добавляем чуть-чуть по чуть-чуть желтка и сахар. И сразу мешаем, конечно. Перевернем в кастрюлю. Оп. Потом среднее огне. У меня здесь много пены. То когда будет поменьше пены, аккуратно, потому что будет почти готовить. Нужно сделать 8-8-8. То не начинаем сделать омлет на дно кастрюли. И несколько раз вот смотреть ваша лопатка, если крем готов или нет. Еще нет. У меня маленький объем сегодня, то это будет быстрый процесс. Voilà. Alors, есть люди, которые сделают крем англез, это тоже половина молока, половина сливки, можно. Маленький секрет, если вы хотите сделать вкусное ванильное мороженое домашнее, лучше сделать половина молока, половина сливки. Voilà. Сейчас у меня нет пены, voilà. Когда нап это готов, сразу в холодное место. Продолжаем перемешивать, то не будет готовиться. Будем добавлять еще лед, возможно. И наш крем англез готов. Alors, не переживай, если ваш крем англез не очень желтый, это потому, что мое яйцо очень желтое. Теперь нам нужно сделать белки, взбить белки. Так это как меринг, это совсем чуть-чуть сахар. Положим белки в комбайн. Можно с руками блендер тоже. И начинаем его бить чуть-чуть. Когда уже много-много пены, начинаем добавлять чуть-чуть сахар. И продолжаем еще минут полтора-два, чтобы растоплить сахар. И когда вообще как снег, как облако, добавляем сразу все сахар и максимум скорость.
наш текстур красиво, воздушный. То есть можно уже положить в сковородку, где уже есть карамель. Наш духовка уже 180 градусов, все водяная баня внутри. И положим вот эту и здесь. То есть делаем, положим все бельки. И потом попробуем сделать форму. А если у вас был большой кольцо, вы можете сделать внутри кольцо. Теперь берем фольга, где есть жир, чуть-чуть масло, чуть-чуть растительное масло, что у вас есть. Положим сверху и его не трогать, то только здесь, оп, чуть-чуть, просто чуть-чуть закрывай, будет мирить больше и лучше вода и пар, который есть, потому что в духовке есть водяная баня. И положим 180 градусов, водяная баня, на поднос вода, водяная баня, 15-20 минут. 15 minutes later. Наш плавающий озеро, остров готов. О-ло-ло, красиво. Вот. Мы будем его оставить, что надо охладить чуть-чуть, 10-15 минут. И потом положим в свой крем англез. Теперь берем форму, где будем взять подачу. У меня будет вот эта красота, краснее. И туда нужно разворачивать наш иль флотант. О ла ла! Voilà, ici у вас остается чуть-чуть карамель, можно еще положить. Это будет еще красиво. Я добавил совсем чуть-чуть воды. И теперь заканчиваем наше блюдо и добавляем наш крем англез. Супер красиво крем англез. О ла ла! Час в холодильник, то будет все-все холодное, очень холодное, и его кушать. Иль флотант, вот, плавит.